представляете, в 12-й гимназии учителя сегодня не работают, а отдыхают, потому что у них сегодня праздник. А где ваши учителя? Они на празднике. На каком? На день учителя. Везет учителям. На день учителя в 12-й гимназии уроки проводят старшеклассники. Преподаватели выступают в свое рабочее место в классе дублером. Они идут в классы и проводят уроки. Происходит это по-разному. У одних идеальная тишина, у других рабочая атмосфера, у третьих... Тема сегодняшнего урока – имя существительное и мягкий знак «Шипящий». А почему вот ездили к тетке – это дательный падеж? Чечетка. День дублера или день самоуправления нравится всем, потому что это интересно, ответственно, а главное – безопасно. Никто в этот день не ставит, а значит, и не получает двойки. Праздник есть праздник, но и здесь были сюрпризы. Ребята, сегодня мы проведем для вас контрольную работу в честь такого праздника День учителя. Если вы думаете, что директор сегодня работает, то вы глубоко ошибаетесь. У него тоже есть дублер. Уважаемые коллеги, сегодня у нас происходит производственное совещание в кабинете директора. Давайте поговорим о сегодняшнем дне. Директора гимназии в день дублера замещала президент школы Юлия Миронова. Она по-деловому провела рабочее совещание, на котором решались разные вопросы. Оказаться в кресле директора и почетно, и трудно. Хорошо, еще чайком можно было подкрепиться. Елена Викторовна, мой рабочий день закончился. Юлия Юрьевна, ну как? Понятно. Аплодисментом. Вы сегодня замечательно справились со своей работой. Знаете, как я это сужу? Я просто ничего сегодня не делала. Уроки закончились, а праздник продолжился. Всех пригласили в актовый зал. Уважаемые учителя, в 11:25 в актовом зале вас ждут на праздничный концерт «Учителям с любовью». Убедительная просьба не опаздывать. В актовом зале учителей ждал концерт, который подготовили ученики школы. Директор гимназии поздравила всех с праздником. Но сначала учителя, уже без дублеров, зажигали на сцене по-взрослому. В этот день наши учителя были красивыми, веселыми и счастливыми. День учителя в 12-й гимназии удался на славу. Вот бы так всегда! Вот так!